Нас все время приучали жить по минимуму. Минимальная зарплата, минимальные пенсии, минимальные знания, минимальные люди, минимальная страна. Я так не хочу, я хочу по-другому. Максимум здоровья и долголетия, максимум радости и дружбы, максимум добробыта в семьях, максимум мира, максимум права и справедливости, максимум Украины. Жить по максимуму – это мой принцип, принцип Гольдерба.